Решения Триол в горнодобывающей сфере обеспечивают высокий уровень автоматизации и энергоэффективности в условиях тяжелых режимов работы. Процесс извлечения, перемещения, переработки и обогащения горной породы проходит в условиях непрерывного цикла и высокой запыленности. Применение общепромышленных электродвигателей делает отрасль одной из самых энергозатратных. ПЧ АТ-27 и АТ-24 снабжены специальным набором функций, востребованных на горнодобывающих предприятиях. Для тяжелых режимов работы применяют ПЧ с механизмами со значительным перегрузом. Продукты Триол обеспечивают защиту двигателей и механизмов, что способствует продлению их ресурса. Технология авансирования гарантирует безостановочный процесс работы оборудования при просадках напряжения в сети. Степень защиты IP66, надежная работа с токопроводящими горными породами и в условиях высокого содержания пыли. Алгоритм векторного управления оптимизации скорости дробилки снижает потребляемую мощность двигателя за счет высокоточного управления и оптимизации магнитного потока двигателя, что позволяет снизить энергопотребление на 30%. ПЧ АТ-27 и АТ-24 успешно решают задачи основных и вспомогательных технологических процессов и делают производство экономически выгодным. Работайте с Триол. Продавайте знания.